все хорошо. Ты в безопасности. Подними голову. Посмотри на меня, дитя мое. Ты поступила правильно, прилетев сюда. Как твое имя? Мэриан. Мое имя Мэриан. Мэриан. Мне стало известно, что ты ищешь убежище уже некоторое время назад. Я располагаю сетью помощников, братство, что отказалось от путей людских. Многие, ищущие лучшую жизнь, прилетают сюда. Как я понимаю, они помогли тебе добраться. Это правда. Они не носят маски. Они поверили, они спасены. Да. Скажи мне, что с тобой случилось, моя милая, милая Мэриан? В нашем здании была проблема с вентиляцией. Некоторые из нас заболели. Моего брата, моего единственного брата Джейкоба, арестовали за то, что он воровал для нас лекарства. Консорциум изгнал его. Мое состояние ухудшилось. Консорциум лечит твою болезнь, отравляя тебя этим еще больше. Технологии их прадедов уничтожили Землю, но они продолжают преклоняться перед их алтарем. Здесь у нас чистая форма жизни. Мы познали пути древних. Мы отторгаем технологии. Они ненавистны нам. Я прилетела сюда, потому что люди говорят о тебе, о твоих чудесах. Отрекись от их технологий. Откажись от путей консорциума. Поклянись мне, что уничтожишь их машины, когда придет время, что будешь сражаться во имя чистоты. Согласись с тем, что лучше убить человека, заточенного в машину, чем оставить его жить в страданиях. Поклянись, что веришь в то, что я говорю. Я клянусь тебе. Я верю. Я верю тебе. Вера подтверждается действиями, Мэриан. Не словами. Мэриан. Это твой брат, Мэриан. Посмотри, что они с ним сделали. Они превратили твоего Джейкоба в само воплощение дьявола. Они уничтожили его тело. Избавь его от страданий, Мэриан. Я очищаю кровь. Я очищаю
тело. Да. Иди. Иди, Мэриан. Познай спокойствие. Здесь ты в безопасности. Адам. Эпизод 3. Озвучено студией «Алексфильм». Перевод Лера Чумаченко. Текст читали Екатерина Муравицкая, Кирилл Патрино и Михаил Суслов.